Программа «Держава. 21 век» охватывает целый комплекс проблем, решением которых наше государство сегодня активно занимается. Среди важнейших приоритетов – реализация ряда культурно-патриотических и экологических проектов. Например, таких, как «Знамя Победы» и «Открытая Арктика». Последнее тем более актуально, что 2017 год в России станет годом экологии. В своей неподражаемой манере заседание вел сопредседатель программы Николай Николаевич Дроздов. От всей души приветствую участников нашего 4-го заседания, членов вот этих всех комитетов и двух советов, национальной комплексной программы, красивое название, «Держава. 21 век» по вопросу подготовки и реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» и других мероприятий, которые проводятся в рамках этой программы. Помимо патриотических, в повестке значились и культурно-экологические вопросы. В кулуарах заседания глава городского поселения Одинцово Александр Гусев обсудил с Николаем Дроздовым именно эти темы. Их взаимный интерес к делу сохранения подмосковной природы понятен. Оба – жители Одинцовского района, оба заинтересованы в скорейшем решении местных экологических проблем. В первую очередь вопросы экологии связаны с людьми, там, где они проживают. И в любом случае человек живет в городе, в деревне, в каком-то другом населенном пункте, он всегда выходит на улицу, идет к речке, идет к пруду, идет в то место, где он отдыхает. И все вопросы, которые связаны с вопросами экологии, ложатся на его здоровье, на его условия отдыха, его, его детей, его близких и родных. Естественно, проблемы экологии важны для всех жителей. Независимо от того, живет он в городе Одинцово, живет он в Звенигороде или Барвихе, все дышат одним и тем же воздухом. Все подходят к одной и той же реке. В ходе заседания Александру Гусеву был вручен фрачный знак «Победа» как активному участнику культурно-патриотических и экологических проектов Общественной палаты Российской Федерации. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».